Так, едем, у нас двойные монеты. Пришлось посмотреть рекламку, но зато монетки. Нам нужно аккуратненько ехать, чисто монетки зарабатывать. То, что потратили мы на автобус. 2000 монет. Теперь мы должны это отыгрывать. Как-то, не знаю как. Пока что 20 тысяч, если мы отыграем за эту катку, то получится, что автобус отыграл свои 2000 монет. Так, сейчас посмотрим, сколько... Может быть, там тоже этот бонус за расстояние будет давать двойной. Не 100 монет, а 200. Сейчас это проверим. Так, едем. Аккуратненько. Может быть, трасса, конечно... Ну, это самая первая трасса, она самая легкая. Я надеюсь, мы тут побольше проедем. Так, монетки, монетки, монетки. О, стекло разбили. Да, переднее стекло у нас разбито уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где же там уже эти деньги-то, а? 30 метров еще. Еду уже бесконечность. О! Так, а так что? Где деньги-то, алло? Нам дали деньги или нет? Что-то я не понял. Так, ну уже 17 тысяч. Почти что 18 тысяч. Почти что 18. А, все, 18 тысяч мы заработали. Все-таки, да, двойные монетки, они все равно дают какой-то плюс. Угу. Нам нужно прокачать автобус. Максимально. Давай, 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 давай. Двигатель я тебе купил. Ну, там еще много чего покупать, но я вот деньги не хочу тратить пока что на улучшение машинки. Хочу карты пооткрывать. На... Хотя, может быть, надо просто машинку прокачивать. Может быть, так. Вообще, ребята, расскажите, как прогресс будет лучше развиваться, если я буду карты открывать или машинки просто прокачивать. Да и, наверное, нужно не сразу все машинки прокачивать, а какую-нибудь одну прокачивать, чтобы она была максимально прокачана. Но мне нравится автобус. Как бы, если прокачивать, то я, наверное, буду автобус прокачивать. Давай, давай, давай. Так, здесь надо подняться. Так, попробуем сейчас. Поднимемся, нет? Да, поднимаемся вроде бы, как неплохо. Да, видишь, мы прокачали движок. Теперь я такие места проезжаю, где я раньше не мог проехать. О-о-о, нормально. Так, 600. 660. Ого, 600 метров. Ой, отлетела, отлетела кабина. Ой, плохо, 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 плохо. Это очень плохо. Так, кто-то здесь разбился, я смотрю. Да. Здесь тоже автобус был, тоже разбился. Ё-моё. Здесь все очень так грустно и печально. Ну, а мы пробуем, пытаемся забраться на следующую гору. Давай, 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 давай. Ой, молодец, молодец, молодец. Ой, вонючий бензин. О, успели. Успели взять бензинчик. Но наш автобус все больше и больше разваливается. К сожалению. Сейчас, если отлетит... Нет, сейчас чувак какой-то должен вылететь сначала. Так, а здесь еще куча, 300 метров аж. Да чего-то интересного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же здесь подняться, а? Давай, давай, давай. Ой, молодец, молодец. Так, девчонка, ты там сиди, никуда не... не вылети, пожалуйста. Не вылети куда-нибудь. Сиди на месте, ровно. 200 метров осталось всего лишь, чтобы... А, нет, девчонка отлетела. Ладно, пусть там сидит. У нас 165 метров. Попробуем подняться на гору. О, нет, вонючий случай. Вонючий случай, ребята. Ладно, сейчас будем аккуратненько ехать. Попробуем забраться. Есть, на первую забрались, на вторую забрались. Да, и забираем денежки. 180 монет, вы серьезно? Чё так мало? Очень мало монет. А, нет, я здесь был, значит, смотри. Видишь, я здесь был.
Давай, едем. Нет, не хватает мощности. Тихо, главное не упади вниз. О, бензин кончился, ё-моё, давай, ещё 50 метров. Не хватает двигателя. Всё, разбились. Да. Офигеть. Пока ты что за проценты? Специальное предложение. 740 монет. 740 рублей. Monster Truck. Ага. Так, ладно. События. Так, что здесь за события? Кубок претендентов. Так, давайте попробуем. Сгоняем здесь. Попробуем. Опа. Так, а что у нас тут? Якобы монетки я собираю. Куда монетки деются? Они вообще собираются или нет, монетки? Или просто так, декорации сделаны? Декорация. Ладно, сейчас попробуем проехать эту трассу. Так, а где тот чувак впереди, который ехал? А, вторая позиция. А что это за 007? Странно. Давайте выберем наш автобус. И поедем. Как можно дальше, ребята. Как можно дальше поедем. Не знаю, попробуем. Так, итого у нас 19,5 тысяч монет. Нам нужно побольше монеток. 1035. А то и 30 тысяч. Даже 30 тысяч не хватает. Не хватает 15 тысяч, короче. Ё-моё. Ладно. Сейчас посмотрим, куда мы сможем проехать с вами, ребята. Накопим ли мы 1000 монет на этой катке? Сейчас посмотрим, проверим. О, отлетела, смотри, фара у нас передняя. Хорошо. Стукнулись мы. Ой, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Коробки стоят. Пасутся. Так, а мы едем дальше. Опачки, тут потеряли стекло уже. Переднее. Потихонечку наш драндулетик. Наш автобус превращается в драндулет. Да. Опа. Так, тихо. Аккуратненько едем. Главное нигде не стукаться. Иначе мы рискуем потерять с вами, ребята, кабину. Так, притык едем, смотри. Ага, здесь я аккуратно ехал, смотри. Так, сейчас будет падение. Опа, хорошо. Хорошо. Мы, видишь, мониторим, как мы ехали до этого. И как мы едем после. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть заехать я не смог. Сейчас еще раз. Ух ты, ё-моё, почему? В смысле, алё? Почему я заехать-то не могу? Давай. Ой, заехали наконец-то таки. Было тяжело заезжать почему-то. И бензинчик у нас уже кончается. О, 50 метров до бензобака. Ну, я думаю, доедем спокойно, да? Доехали. Взяли мы бензин. Так, едем. Опа! Хорошо, все пока нормально. Так, получается, оторвался от нас тут чувак первый. Сейчас мы его догоним. А, он здесь потерял, смотри, уже крышу. Теперь нам нужно аккуратненько заехать будет сейчас. Сейчас поедем. Надеюсь, мы заедем спокойно. О, давай, еще немножечко. Есть. Заехали. Уже получше. Оп, давай. Ой, молодец. Так, бензинчик взяли. Едем дальше аккуратно. Так, здесь будет такой подъем нехороший. Опа. Давай, едем. Забираемся на горку. Хорошо. Так, кто-то здесь уже разбился. А, нет, это не разбился, это потерял кто-то кого-то. Да, конкретно тут... Ой-ой-ой-ой, смотри. Отлетела у нас уже кабина. Да. Надо нам прокачивать автобус. Давай. Ой, молодец.
Хватает у нас мощности. О, я смотрю, сейчас кто-то оторвется. Да, чувак выпал. Чувачок. Не выдержал нагрузки. Но еще пока у нас трое чуваков сидит. Так что нормально. Такую микро нагрузку они все получают, конечно. Так, а уже 20 тысяч мы насобирали. О, сейчас... Ай, разбился, да? Ну нафиг. Ой-ой-ой-ой, ребятушки. Да, но проехали мы хорошо, много. Так, 680 монет мы заработали.